Всем ватсап, братва и сестры, также гости моего канала. И снова мы пошли в боевые червячки. Да, друзья, я смотрю, что вам в прошлой серии понравилось, и поэтому мы снова идем гулять. И с тем же лучшим другом, как говорится, человек, который может знать еще один способ унизить, да, Крот? Всем привет, с вами Крот. Да, Алекса плохо услышал, у тебя там с проблемой? Что такое? С дискордом. Да, у меня нормально, я тебя слышу, все хорошо, ты чё? Просто попробуй запустить вот сейчас стрим, посмотри, как тебя слышат. Да ладно, на видео меня, думаю, тут слышат норм. Ладно, запускаю шарманку, сегодня будем мочить башни друг друга, как говорится. Хоть десятерым могу. Да что, как говорится, гранату запускай. Мало людей, мало кому интересно. Подожди, а что тебе реально плохо слышно? Я просто боюсь... Я тебя нормально слышу в Дискорде, видео... Если что, у меня на видео пойми... Заходите и услышите, что я там говорил. Я не знаю, ну, что да. Я пропадаю. Тебя было слышно. Да. Извиняюсь. Я еще... Ну, кстати, я хоть карту поменял, нестандартную поставил, какую-то... эту. Здорово еще раз, Вилен. Разыграй среди нас троих. Да, кстати, как и первую серию, время стрим. Кому интересно его... Интересные стримы на такие прохождения, как GTA Vice City, Batman Arkham City и многие другие игры, заходи к нему на канал, ссылка в описании, кстати. А пока коварный шотландец готовит мне план. Помолился сегодня? Да молился уже 3 раза. Давай уже, стреляй. Смотри, святую бомбу. Она не долетела! Ты чё думал? Ты чё, Вася? Ты хорошо молился, видать. Или я карту такую выбрал, что не докинешь ничего. Нет, ты чё творишь, зачем? Зачем? Кто хочет конкурса Вормса? Ой, ё-моё. Есть желающий, с радостью разыграю. Куплю, окей. Червячок, как тебе аккуратно... А-а-а, всё. Так, дайте мне вспомнить, как что выбирать. Так, выбрать... Жалко, что все стандартное, ну ладно. И так сойдет. Халявная игра? Может быть халявная, если кто-то захочет розыгрыш. Ой, ё-моё, я не ожидал. Ого, корова. А вот это интересно, вариант прицеливания. А это как ты это сделал? Я сам не знаю. Коровы пошли! Да, делай конкурс. Шакалака! Ладно у вас! Не-не-не, не надо, у меня заявок здесь нету. Твоих! Вот это я коровам жахнул! Жахнул так жахнул. Это крайне больно было. Да, ему настал полный армагеддон. Ходи давай. Да. Ходи, не стесняйся. Это прям было больно. Психологическая травма до конца жизни. Шем бы тебя таким ударить? Ах, кто его знает. Наверное, может, тем же ударишь. Мало ли что-то. На тебе вот два. Троих! Чего? Мысли троих. Твоих. Троих, ё-моё, они пошли купаться. Все дружно. Да, игра, да. Ай, зараза, как ты этому еще нанес урон? Дай ему, он фиг знает, где ты ему нанес. Месть. Жестокая месть. Где это мой герой находится? В каком... А, понял, где он. Возьми кость. Ну, какой красивый. Так. О. У меня а как прицелиться? Я так и не понял. А, вот так прицел. Я... Все, я опять врубил. На букву я такой... Кого есть? Так, где же недобитыши твои? Кого же не гасить? Вот этих, что ли, а? О, ноу! О, ноу, ноу, ноу! Время жердоса! И вкусных видосов! Бум, шакалака! Жалко, что не двоих. Чё ты его так откормил-то? Да я его кашкой кормил. Не знаю, каким. На конопляной? На поносном. Фу, он такой ест?
Да? А что ему еще остается делать? Я не знаю. Отказываться? Не может. Ему типа других не вариантов меня. Нет. Не, он может, конечно, пожрать траву. Траву? Тофу, да. Джон Траволта. Стики пишет, go конкурс. Go конкурс? А можно и конкурс, только если мы ему соберем 10 подписчиков и активность, тогда он сделает. Ну, то есть вряд ли. Ты зачем барашку берешь? Ты зараженный. Не докинешь же никуда. Курбан байрам. Чё это ты взял? Давай, своего. Зачем? Когда ты своего стреляешь вроде, не? Ты чё за... Ты чё? Ой, дрэк. Ой, дрэк. Ну ты реально краслепой. Куда ты стрелял? Ой, дрэк. Ой, дрэк. Спасибо за помощь! Да не за что, обращайся! Так, а куда мне ползти? Кому и куда? Мне кажется, только своих застрял. Вижу. А, вижу и врагов, все. Ой, там же. Ай, ладно, я к тебе подлечу. Не западло мне. Меня подписано на канал 60 подписчиков. Тоже, в принципе, неплохо. Прям троих, да, хочешь? Ага. Догонять. А ты... Еще коробку взять. А че он прыгать не хочет? А, прыгай. Давай! Тихо! Я тебя сейчас убью. Так, господа мои присяжные. Ну, купить не могу. Но я попробую разыграть несколько штук тогда уж желающим. Я поставил динамит, я не понял. Не знаю. Смотреть. А, подожди. Сейчас выберу динамит, извините. Всё, извините, взял. Да нет, а ты можешь... фигню взять. Как динамит? Ты можешь его поставить и улететь вроде бы, нет? У меня сразу он полетит. А, да, я растрачу сейчас. Все, потратил вроде наконец-то. А ну, теперь динамит. Не будет, валим отсюда, ребят. Пока! Эх, твои вы, двоих снял. Ну да. Буль-буль! А походу... Здесь вроде бы не убивать же надо, а именно башню. Ну и хоп... ну и твоих тоже надо скидывать, чтобы они меньше шанса было ходить, понял? Импе дешевле всего. Но я могу сразу 4 штуки купить. А, кстати, походу они просто появляются обратно. В смысле? Я не знаю, просто походу друг другу надо башни разрушать. Да. Я только не понял, что в этой карте это башня. А, наверное, там где флаг, там и башни рядом, понял. Кажется. Флаг. А, красный, мой красный, а твой синий. Давай значит, еще на... раз по-своему. А желательно по башне. Так, сейчас посмотрю. Да что ты свой, смотришь? Да ничего не надо смотреть, ты че? Просто даже стреляешь, главное стрельнуть. В тебя опять. Мне понравилось. Ну, мне нет. Он тонул, ребенок. Он же нажимает. Я бы за. Ты помогал? Ну я, короче, в конце, короче, с той части стрима, когда я уже доиграю вот с Алексом Бро эту игру, я разыграю. Куплю ну разыграю. Или так, да, даже сейчас. Так, башня, башня, башня. А что у меня осталось? Ракеты. Так. Не знаю, кинь там, пускай помолятся. О, какой прикольный все-таки прицел, а. Я нифига как... себе. Так, сейчас. Наверное. Хренач, там все равно никого нет. А я по башне. Ну сейчас не получится. Потому что в видос с Алекс влезть. Ну да. А ты, да. Ты им управляешь, да, еще? А, я ж навел, показал примерно точку, куда лупить именно. Надо ж башню лупить, как-никак. Твои, походу, возвращайся, пофиг, что их топить. Бой здоров. Так. Чихнул рядом. Так что ты можешь не бить меня, все равно толку ноль выйдет от этого. Так. А оружие там мало осталось, слышь. Надо ну, будем обычным гранатами. Стратегически думать. Я не понял, почему я вижу воду?
после этой катки может, если что, я... Ты что? Ты чем слушал его? Лети. Куда ты летишь, алкоголик? Ой, хрена не понял, он просто полетел. Ты дурак, что ли? Здорово еще раз, Юра. Наталика это прислал тебе? Это Юра. А. Просто с аккаунта сестры вроде бы. Так. Конкурс. О, ящик. Блин. Ну, конкурс на Steam. На не Steam, блин, на Word. Тихо, ёб твою мать, я активирую какую-то фигню. Ладно, бывает. О, динамит. Мне надо прям к базе твоему идти. О, мне все это хочется. А. Просто он с аккаунта сестры. Кстати, ты обратил внимание, где сундук находится этот? Да, красиво лежит. Да, ты прыгать сегодня будешь, алкоголик? Давай. А, подожди. Рядом сундук, замечательно. Чё я подобрал? Бинокуляр, что это такое? Ошибка. Ну да. Маленькая... А что за бинокуляр? Это тупо разведка, что ли? Так, это чё? Это моя территория, а это твоя территория. Ну как ты сверху смотришь, там на... не на... Я не знаю, как ты смог. Ладно, просто тебя побью тогда, я не знаю, что делать. С рикошетом и воду. Ты воду упал, надеюсь? Халявы. Все хотят халявы. Нет. Я без купальника, из-за этого я в воду не полезу. Да ё-моё. Бессовестный. Он тебе чихает, чихает. Кстати, а как ты еще живой? Ты в воду тебя прям окунул. Нет. Он намочил хвост свой. Кстати, 10 минут осталось. А у нас по хп поровну, по-моему, по башням. Ах, вот ты как. Ко мне гоняй. Чё ж ты не упал так эпично? Не знаю, не хотел. Давай, мину активируй и взорвись. Ой, взрывайся. Куда ты улетел, а? Паршиве. Не знаю, куда улетел. Давай, воду. Почти. Сам себя ударил, но зато сделал тебе твоей башне больно. Ты, по-моему, не башни не попал. Нет, это как бы считается, это твоя территория, твоя земля. Ладно, сейчас. О, господи, а ну дайте еще раз посмотреть. Далеко мне тут. О, господи, как мне далеко к тебе идти. Джекпак, спасай меня. Кстати, посмотри, у него одного персонажа. О, подожди, подожди. Щит есть. Перевыбираю. А что это я нажал и ничего не произошло? Вот, Born Select. Ладно, полетел. Можно было? Ладно, я полетел к тебе. Лети быстрее! Нет, не успеваю. Надо аккуратно тебя садить. Времени много, я еще успею. Это типа нейтральная зона, да? Да. Ой, ё-моё, я сейчас мину активирую. Ну ладно. Не твоя, не моя башня. Мост поломаешь. Я офигею, если это сделаю. А, все. А, я уже на твоей территории, по идее, да? Вроде бы. Оккупант. Тут легкое управление. Не очень, я бы не сказал. Эй, себя бы не убить еще. Здесь бы русификатор не помешал бы. Да, я твою сношу. У меня хп побольше. Оккупант, сейчас все будет, сейчас. Да что ты будет? Да ничего не будет, успокойся. Сейчас я харакири сделаю. Какой харакири? Ты на нейтральной территории, барашки. Сейчас все будет, все нормально. А, ты еще и себя лечишь, слышь, не только башни, но и все-таки черваки как-то касаются. Нет, ты вроде бы только башню можешь лечить. А ты себя только что вылечил и башню не лечил. А тебе хп стало больше, не наглей. Нет, слабо. Нет, я же могу только себя лечить. А на итоге, видишь, хп у тебя больше стало неожиданно. Не видно, не слыхано. Почему я именно этой бомбой кину, эту бомбу кинул? Не знаю. О, господи, кто такой дизайнер? Маневр. Юдашки, наверное. Так. Почему у тебя у одного червяка щит?
Я откуда знаю? Бог так захотел. Почему? Почему я тоже хочу такое? А как прицелиться мне нормально? Ну, не Кьюшка ли случайно? Что ты такое? Точно, Кью, спасибо, я на. Так, ладно. Поднимаем градус. И со всей силой бросаю! В дерево? Не, а кстати, она хреновая граната, которую ты сейчас кидаешь. Твою! Ну не, ХП сравнял. Одинаково. А, все равно. Окей. Так даже лучше. А что говорят, я по-червячески не понимаю. Я думаю, что понимаю, но. У нас на полчаса катка стояла, да, времени, я помню? Не знаю. Я вообще за этим не следил. Но у нас осталось 7 минут, чтобы выяснить, у кого меньше ХП останется на территории. Давай, по-своему опять. Жахай. Убивай. Не-не-не. В этот раз я свою территорию не убью. Точнее, своих, да? Ровно, глянь, ровно ХПшки. Я сейчас не вижу, сейчас я вижу, как загружается. Так, дайте мне подлечиться, пожалуйста, и дайте мне хорошее. Видишь, видишь, у меня ХП увеличилось? О, джекпак, отлично. Башни? Ни хрена себе! Червяки это тоже как башни, частью ХП. О, а может нам все-таки надо друг друга убивать, а не башни? Ну и башню тоже надо гасить. А пока что... Мне кажется, давай проверим теорию на тебе. Пошел вон отсюда. О, no. Он... У него же дети! Да не страшно. Да. Убавилось чуть-чуть. Видишь? И червяки, и башню ХП имеют. Сумма все вместе. Так. Я вообще вижу в жопе все. Да, ты есть... в жопе конкретно. В воду иди и не мучь себя. Зачем? Я же купальник не взял. А, ты же факи. Обидно. Давай воду. Чё ж ты не воду упал, а? Давай, я верю в тебя. Воду, все вместе кричим, воду лети. Он воткнулся и все, ход. А, твою мать. Лёль. Спасибо. Нормально. О, но если надо гасить и червяков, тогда у меня появилось... А, у меня осёл есть. О, мен, ну всё. Ослик мой любимый. Всё. Так, где чё я забыл? А, ой. Это твоя территория. Скажи тикаю территории пока. До свидания, брат, как дела? Сейчас. Да, сюда давайте. Бам, блин. Два чела на стиме. Ну тот, кто продержится, тот получит игру. Я всего лишь одну тогда разыграю. Почему у тебя по фул ХП? Откуда она у тебя взялась вообще? Реально, что-то тоже подумал, почему у меня фул ХП. В чем смысл? Баян его знает. Был бы русификатор, было бы ясно чуть-то. Ну, русификатор можно было бы скачать. На. Расстрелять! Ну зачем так заповедить? Я и так с высоты упаду. На это был расчет. Короче, если что, я разыграю своих подписчиков и среди подписчиков Алекса Бро. Ну да, кстати. Короче, куплю 4 игры и оставлю 2 на запас тоже, если я на случай захочу разыграть. Ну, ты, наверное, как-то надо, чтобы... 2 у тебя и 2 у меня, как бы 2 твои подписчики и 2 у меня. А мне без разницы, просто игра, вот пока одну. Одну через среди так, вот сейчас. Какой я в жопе нахожусь? А, я на твоей территории. Только что. Короче, она... если что, напишешь конкурс на игру. Ага. И условия подписаться, ну, если захочешь. Ой-ой! Страшно. Ладно, вот воду что там. Вы. Больно, твою мать. Почти в воду, ай. А вон все, слишком жирно. Ну зато рядом с бачком. Так. Кстати, а в чем реально прикол здесь? Червяки же типа неубиваемые. А территория как-то... А, червяки могут лечиться и восстанавливать как бы здоровье, то, что потеряли. Мне кажется, воскрешаются почему-то.
Да зачем ты опять дробовик вонючий достал? Сколько? Я живой там, походу. Да, повезло. Да ты косой не попадешь. Да не пытайся. Ой. Падай. Не надо. Почти взял. Ну я хорошо, что в бочку не попал. Спасибо. Я хотел в бочку, но не попал. Я был бы трах-побах. Ты чем моего зарядил? Заразил, он чихает, у него походу спит. Ты просто его изнасиловал. Ну я ж... Это дружеская болезнь, что ты хочешь? Я сейчас помогу тебе решить эту проблему. Вылечишь все-таки? Да. Тем же путем, которым я заразил? Не, другим. А, тоже дробаш достал. Так, ты еще не в воде, это плохо. Я не хочу, я без купальника. Ого, изнасилование, да. Интриги расследования. Месть подает свой холодный. Ты же воду заразил. Как теперь мы пить будем? А червяки пьют воду, чего? Наверное. О, твой наверное... бесстыжий. Очухался. Где? После того, как он нырнул в мост головой. Я не понял, так. Откуда у меня броня. Я реально не догнал. Искупайся, молодчик. Да зачем ты опять дробовик берешь? И где ты их взял? Столько. Спасибо. А чё, моего бронированного пробивать не будешь, слабо? Да нет. Вот сейчас... В бошку дам и все. Двоих утопил, сейчас подойду. Давай, промахнись. Ну шо ж ты такая редитка, промахнулся эпично, слабо что ли? О, опять хп восстановилась. А, надо все-таки базу валить, ладно. Я понял игру. Так, начинается изнасилование моих червяков. Почему у меня изображение пропало? У меня хп восстановилось заново, братан. Так, как... Нормально, только у меня такая хрень, что у меня стрип пропал. Так, давай на Ешку. А, на Ешку я что-то сделаю. Так, а, на Кью. Ладно, аллилуйя. Жалко, что никого там нет на твоей территории, ну и ладно. Блин, а у меня стрим пропал. В смысле пропал? У тебя идет стрим, все норм... Как? Реально, у меня сейчас идет стрим, почему я не беру свой стрим? Тебе даже Вилен пишет, в смысле пропал. Ты чё? А, это после звонка у меня, короче, черный экран. Мне решили прям позвонить во время съемки по порнографии. Я смотрю, тут далеко. Через сторожевой у нас идет. 40 секунд осталось до конца матча. А и кто победит, интересно? Походу я, у меня хп больше. Выжибать. 30 секунд, братан, быстрее ходи. Зачем? Чтобы ты тоже успел ход сделать. Я успел просрать священную гранату удачно. Воду кинул. Да что ты базу мою смотришь? Она не твоя. Назива. Свою же не бить. Не, можешь еще раз водю ударить для прикола. Зачем? Так, я не успею ничего сделать, даже не буду ходить, наверное. Стою на месте, ждем результата. Чё? Ладно, я свой ход закончу тогда. Чё ты там руками меня зовёшь, а? Сейчас, наверное, я... Не верю тебе. Прицельтесь. Другого цельсти. Нет, не отлетел, жалко. Так, время закончилось, и чё дальше? Объявите победителя, пожалуйста. Да, объявите меня победителем, пожалуйста, по хп. Все, объявление победителя. Зачем? Я выиграл. Вот так вот. Ты выиграл? Да, у меня... Где грустная музыка? Где грустный ту-ту-ту-ту? А, никто не выиграл, no buddy. Чё, блин?
Это вот тренировщик с тобой. Ладно, давай быстрый дезматч тогда. Сейчас придется новый делать, так что... Сейчас сделаем магический хоп, мы уже будем в новой матче, окей? А пока ожидайте. Итак, друзья, мы снова уже тут, быстро создали матч, мы начинаем. Дезматч на новой карте. Чтобы узнать, кто точно выиграл. А то мы с Кротом так и не поняли, кто выиграл. Может, и вы, конечно, подскажете, кто. В комментариях под видео. Да. Как тебе карта? Карта? Видал я эту карту? Прикольная карта. О, здоров, Техасис. Что, променял родных шотландцев на техасцев? Да. Бесстыжий. Я все меняю и меняю. Это не я такая, ты же не такая, ладно. Зачем ты осло вызываешь? Ты чего? Его сразу себя хочешь убить тоже? Я помогу тебе... Я помог тебе помолиться? No! Что, эпично профукал гранату? Скажи, пожалуйста. Ну, да, эпично профукал гранату. Фак. Прям в воду даже. Люди меняются. Так, кем я хожу? Ага. Так, чё? Так, что ж, я мины люблю активировать сегодня. Да, ты говорят, если в воду войти с высокой прыжка, с высоты, то тебе дают все оружие. Да, я не поверил это, ты чё? Нашёл. Ладно, чувак, для тебя... Давай я сразу тебе стукну по башке. Потащу тебя за усы. Чтобы не двигался под этой крышей. Да. Я хочу кое-что потом с тобой сделать. О, oh, no. Опять он будет зеленым, да? Ну, может, и зеленым побудешь, я не знаю. Пока не двигайся. Минус твоего хода игрока. Скажи, что сейчас твой ход этого. Нет. Потуш. Глянь, сейчас все будет. Да, того ход. И что ты придумаешь, а? Сейчас думаю, пока думаю. Да ничего не делай, пропускай ход. Ну зачем? Надо так. Не но! Не хочу. Ты не попадешь. Ты себе. А, ты тоже выучил это. Где? Ты нас всех убьешь. В этом посудине. Ну надеюсь, что тебя. Ты и себя убьешь. Нет, только тебя. Оу! Больно? Как твой червячок? Ай-яй-яй. Ну не в воде, но жить буду. Нормально. Сейчас посмотрим. Ну зато больно. Зато рядом с ними... О, 4 хп! Осталось? Да, настолько сладко. О, моё, ну ты высадил меня. И куда ты аптечку кинула? Не туда, куда мне надо. Ой, ё-моё, а чё я забыл на высоте? Может, она тебе незачем. Так, ладно. Я, кажется, знаю, как тебе отомстить. Нет, так, где твоя сквада находится, а? Опять доить это все. Нет, кого-то одного могу, а жалко. Или двоих. Да не, не жалко, все нормально, давай так, тактика. Как мне развернуть камеру? Разве я даже не знаю. Ладно. Тогда давай-ка я убью... О! Вот этого. Он слишком выгодной позиции занял. No. Да, вот этого. No. 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 У него же семья. Кидай груз! Опять тебе доить. Может, второго тоже задену косвенно? Нет. Давай хотя бы только одного. Повезло одного, я воду первую корову упустил. О, да! Минус один! Уже больно. Его же его маленькие червячата дома. Ооо, как удобно. ХП рядом упало. Да. Пошла я его сниму и все. А может не надо? Я не знаю. Я а ты не спросил... попадешь, ты пока до него доползешь. Время. Давай, мины поактивируй, стерди со мной. Так. А где он, собственно? А я не скажу, иди ищи. Да. Червячата тебя спрашивает? Где? Ты что-то сказал маленький. Про червячата? Где? Тек. Что, ты не готов знаешь, что делать?
Ты готов к Курбан-байраму? К чему? К Курбан-байраму. А, ты про овечек, ну ё-моё. Да, кидай в бочку, чё ты на меня сразу? О, как раз для своего путь открыл, и себе 4 хп снят. Нет, червячата, маленькие червячата. Червяков. Так, о. А, отлично. А, что мне дальше делать? А, я знаю. Мину активируй. Ага, конечно. Где мой джекпак? Взлетаю! Там, где взлет, там есть падение. Давай, покажи. Отлично. Где там твой друг? У меня же для него аж подарок. Я же обещал, что я твоему другу еще подарок сделаю. Можно я выберу сам подарок? Помилуй его. Извините, я такую функцию дома оставил. Че, не опять молиться? Ой, извините! Она вернулась? Ты помолился хорошо, мой сын Божий. Зато теперь он свободен. Ну да, я решил харе мучить твоего. Ох, как я много этих хп снес. Скажи сейчас его ход просто. Скажи сейчас его ход. Нет. Нет. Да. Так, ладно. А, еще этот червяк внизу был. Че, мог твоего убить, ну и ладно. Пусть внизу побудет. Зачем тебе хп там взял? Да просто что было. А, выровнял хп, да, ну ладно. Тоже решил к нам вести вуху? Да, не в ту, да. Ту сторону летел. Не в то! Не в то! Ты ку-ку? Зачем не в ту сторону? А упасть? А как же традиция упасть? Зачем ты мину там активировал? Не знаю, он и сам активировался. Так. А, истратил специально, да? Да. Не, я выживу. Так. Кто самый жирный? Ты самый жирный. Поезд пассажирный. Осел. А ноу! Ты здесь красиво стоишь. Ого! Есть шанс, что я не в воду упаду. Сейчас еще осел сверху долбанет, да еще раз? Нет. Я сказал, что я не в воду упаду. Ноль! Я его в ноль слил! В ноль? У ноль. Мать твоя, читаю. Я один читаю по Александр. Это не в стиме такой получился. Так, господин мой. Хороший. Так, до воды далеко, если я тебе пихать буду. Не, давай, давай без этого обойдемся. Опять. Подхвачу кое-что. Надо было, блин, надо было дальше от края идти. Я не знаю, долетишь ли ты до воды. Да не, не долечу. Не, давай проверим. Эксперимента. И сегодня эксперименты. Так, застрял, да? Я тебе помогу поближе. Нет, он не взлетит. Он не взлетит столько. Он взлетит, взлетит, бей, бей его. Отлично. Все, как я и рассчитывал. О, ноу. А говоришь, не долетит. Лёль. А у твою... Твоя армия очень сильно потеряла хп. Очень. Да, о, ноу. Ты жесток. Походу, я... уроки прошлого помогли мне. В будущем. Ага. О, смотри, 30 хпшный. Двигается. Хорошо, хоть двигается. Ну спасибо, мне скажу, что я тебе решил посвятить. Да, я решил окаменение снять. После того, как ты с ним обошелся, очень насильно. Блядь, я ж теперь сам в краю, я-то долечу из первого выстрела. Наверное. Ну сейчас посмотрим, как двоим. Твоим. Смысле? Каких жердяй, ты чё? Я против тебя жердосом не использовал в этом касте. Вы нарушаете? Международные угоды. Да, нет, нет. Ха-ха! Это...
Почему ты говоришь «ноу»? Честно говоря, твое произношение звучит... Oh no! Почему? Почему мое произношение звучит «ноу»? Ну, одного моего убил, ладно. А сколько живых у тебя осталось? Еще раз привет, Гиля. Двое, точно? Гилен. Куда? Так, погоди. Дайте мне Е, я хочу понять, где кто. Дайте мне опоры земли, я скажу тост. Так. Ага. Ну, да, тут толстяк не помешает тебе. Или я осел? Понял. У меня же еще осел не потраченный. О, нет. Не, может, все-таки не осел? Знаешь, ослы, они очень вредные. Блин, ну как же мне покрутить камеру? Вот крутить не могу, и неудобно. И не могу понять, куда я попаду сейчас. Ладно, давай-ка вот. Сейчас буду разыгрывать игру. Сюда давай. Осел пошел! Кому его разыгрывать? Ой, не. Ну ты точно умрешь. Блин, я остался один герой. На, у тебя один герой остался. По идее. А, жаль, что не рядом упал. Жаль, блин. Ну и что ты будешь делать? Молиться. Ты один против троих, читай. Или двоих. Двоих. Ну, попробуй сделать тогда один на один, чтобы... Я все убью все равно твоего последнего. Ну, я попробую его расположить так, чтобы ты не убил. Это может быть сейчас камбэк. Да ничего не выйдет. Иха! Тебя сейчас троллят. О, но! Пишут чат. О, но. Иха! Это ты, дед, давай быстрее поднимайся, уже заждался. Скучаешь? Да так, немного. Так. А, решил воду скинуть, ну допустим. Раз. Не долечу. Я тебя отомщу. О, да! Здесь, вот здесь оставайся. Нет. Так. А почему у меня так до хрена хп? В итоге-то. Кто ходит? Не, ради чемодана почти в воду не полезу, извините. Зря. Там может атомная бомба? Ага. Yes. Ты веришь в чудеса? Нет, налетит машина в небеса. Так. Ну, и хочешь сидеть тут? Сиди, пожалуйста. Сейчас тебе зайду. Здрасте, я из компании Динамита.нет. Вы сегодня в Алахабад совершите. Нет, ну это несправедливо. Ну, так же не делается, на самом деле. Это... Идите вниз обратно. Ух ты! Ух ты! Вам заново подниматься, сэр. Ну, извините. Оля-ля. Вы почти в воду могли упасть, но вам повезло, что вас какой-то каркас спас. Признайся, что ты проиграл. Ты двоих не успеешь убить никак. Я буду биться до конца. Да сдавайся уже, чё ты паришь? А я и этого не убил. Оль. Ну все. Я же тебе сказал, что проигрышная партия. Это жестоко. Ты не верил мне. Я не верю, что мир настолько жесток. Это казнь. Так, сейчас этот ходит. Да, этот ходит. Ну что? Последнее желание, товарищ мертвяк. А чё лето? А интересно, я до вас ружья отсюда достреляю? Ну, он стреляет везде, хоть до конца карты. Раз. Ну, не креативно, мне. Зато эффективно. Как ты говорил в прошлой серии, некрасиво, но эффективно, да?
Ну тут кто тебя простил, вот так говорить? Что? Мама мне иду по вино. Сеньорита Гастерита, я промазал. Ну ладно, повторю тебе интригу. Моего любимого друга Зейнала казнят. Не казнили, я осечку дал. Хорошая осечка. Между прочим, я поддерживаю такие осечки, очень даже... Ладно, считай, что это за прошлую катку тебе подарил осечку, как ты своего долбанул. А, ты помог ему вытащить отсюда, да? Да. Он же кавказец, зачем? Мне же больно. А вот теперь один на один. Момент истины. Этот должен был ходить, значит, получается, этот опять ходит. Ну я спрятался так себе, конечно. Так, джекпак у меня есть? Есть. О да, о да. Где джекпак? Нету! Есть! О ноу! О ноу 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 ноу! Да а тебя уже долбанный джекпак по трассе. Давай воду, ну воду. Смотри, пизда. Не, братан, слишком жирно, я тебе и так дал отлично. Все, отлично. Да его же вроде как-то можно снять, вот хз как. Ага. У тебя есть шанс, что я совсем мало нанесу, но это такое маловероятное. Сейчас давай я подстрахуюсь, братан. Крот, живи. А, да. Я что, еще джекпак весь не истратил? Сейчас. Извините. Че я динамит не хочу ставить? Алло. Я тебе что, милый собрался? Нет. Да вот он тут. Вот так. Умри. Конечно, умри. Не успеешь бежать. А, все-таки дюгни. А, ноу. Фу. Ты рядом стал? Да. Ну ты умер, к сожалению. Тебя тоже может убить это. Но я выиграл, по факту. Подожди, тебя же это убило. I'm gonna dance till I die. Ты что, опять ничья я сделал? Я пропукал победу. Победителя нет. Сегодня нечестная битва. Nobody wins. Вот так, друзья, у нас закончилась эпичная серия. Кому понравилось, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, делиться видео с друзьями. И участвуйте в конкурсе. А насчет, когда будет конкурс, я объявлю вам заранее в группе ВК и отдельное видео. Так что поблагодарим Кроту за игру. Всем до встречи и бай.